момента обустройства на фундаменте Лазаревской церкви Пантеона почетный мрак нашего города. Нам нужно увековечить память Александра Николаевича. И если вы помните, на день города я сообщил о том, что мы нашли часть его креста из черного лабрадорита, камня, который добывается в Житомире. И однозначно было идентифицировано, что это именно камень с его могилы. Поэтому сегодня мы установили в этот знаменательный день, когда будет первая установочная сессия городского совета, и вновь избранная городская власть примет сегодня присягу буквально через полчаса. Мы установили временную памятную стелу, которая будет стоять здесь вместе с камнем с могилы Александра Николаевича до того момента, как будет обустроен пантеон почетных граждан, обустроен фундамент Лазаревской церкви и, собственно, сам Севастопольский парк. То есть сейчас, как бы, эта стела здесь будет существовать впредь.